Привет всем друзьям! Вот и завершился первый поединочек 1/16 финала Лиги конференций, где Карабах принимал Гент. В стартовом составе у Карабаха после ушедших Ваджи и Кеди все без изменений. На воротах стоит Гвергашвили, но в нападении главная звезда, главный бомбардир Карабаха это Муса. На 8-й минуте Жюльен Десарт нанес дальний удар, но мяч попал перекладину. Команды показывают равный футбол в первом тайме, но, друзья, в первом тайме зрители так и не увидели забитых голов. Даже не было ударов в створ ворот с двух сторон. Первый тайм завершился со счетом 0-0, но Карабах играет в свой футбол, в быстрый футбол, в прессинг, но, конечно же, сказывается отсутствие ушедших игроков. Во втором тайме Карабах явно и очень сильно добавил. И уже на 52-й минуте Шайдаев имел отличный шанс вывести Карабах вперед. Карабах заработал пенальти. Но, к сожалению, Шайдаев не смог переиграть голкипера Гента. И тем не менее, Карабах продолжал атаковать. И на 78-й минуте Леандро Андраде делает счет 1-0. Отличным ударом по центру ворот и за пределов штрафной площадки. Матч так и завершился со счетом 1-0. И теперь осталось на выезде не проиграть и доделать начатое дома. Как вам матч? Понравился?